А нет, наверное, да, действительно возьмем синьку. Сначала синькой все вскроем, а белый вложим потом. Значит, взяла разбавитель, взяла белила, взяла голубенький и полностью, ну можно плюс бирюзовый, и полностью избавилась от белого всюду, всюду и здесь тоже. Количество вещества, которое должно лечь на холст, такое, чтобы мастихину было что придавить, не прижимая, а просто вот так вот распределяя, чтобы было что придавить. Вот это будет идеальное количество краски. Давай. Что придавить? Ему давить нечего. Удвоить вещества. Белила. Значит, возьмем большой мастихин. Возьмем голубые, коричневые. Получатся вот эти темноты. Ниже середины начинается линия горизонтика у нас. И пошла вниз вот такими мощными лодочными укладками. Лодочные. Смотри, лодочные. Небольшой провис, а небольшой провис лодочный. Вот он, вот он. Чуть больше на переднем плане. Вот эти настроения. В том числе плюс белила. В том числе плюс белила, то есть с веществом, в том числе плюс бирюзовенький, вот он подмешается. То есть густота краски сама создает эффект множества. Этот эффект дает ощущение уходящей в перспективу массы водяных этих. Потом возьмешь белильца, чуть-чуть с розовильцами. И вот эти светлые партии немножечко накидаешь. Я немножко переборщил белил, это самое розового. Сейчас я чистыми белилами немножечко успокою розовый. Добавишь себе белил и тоже накидаешь. Здесь и здесь. Вот они, белильные настроения. Если что, вот белила возьмешь. Чуть-чуть с розовиночкой. Там фотография, она что видела, то и сделала. А мы чуть-чуть теплинку зададим, чтобы у нас цвет появился в картине. Это что касается воды. Вот такие слюни, краски, густоты, пластилины. Уложишь. Вот давай анонсирую, как у нас будет выглядеть еще пена. Вот здесь у нас пена, вот в этом месте. Ты сбреешь краску, возьмешь синьку краски, чуть-чуть с розовинкой, уже не голубинку, а синьку, чуть-чуть с розовинкой, и насадишь идею пены, вот так раздавливая, мазочек. Там, где узенькая пена, ты его просто вот так положишь и тоже вытрешь мастихин и тоже раздавишь. У тебя появится вот такая падающая среда. То есть все остальное лежит, а это падает. В небе у нас много белого. Чуть тоже с розовиночкой. Вот такие дракончики. Вытираешь, дораздавливаешь. Добираешь новую порцию. Краска очень раздавлена, да, то есть она не нашпатлевана. Вытираешь, раздавливаешь. Создашь вот такие сиятельные звуки. Сиятельные звуки светлого. Прикольно? Да. Они же потом станут вот такими, вот такими чирками, вот такими, в которые тоже придет вот эта белизна. Чуть-чуть придет вот эта белизна.
Да. Потом немножко добавишь темноты. Когда ты сделаешь, у тебя нарушится немножко слой. Но ты его снова утопчешь. И полный эффект происходит. Давай так. Значит, шпатлевать густой краской бессмысленно. Если нужно положить очень светло, сбрила, взяла белизну в чистом виде и уложила очень светло. Вот эти вещи, вот этим инструментом, вот этим. Вот этот слоемный пирог. А тебе же задача не была поставлена, и не надо ее делать, пока она не поставлена. Вот они, дымчатый характер вот этих облаков, уходящих к линии горизонта. Вот оно прекрасно смоделируется вот так рукой. И эти беленькие тоже так делают? Нет, беленькие вот так. Берем белизну чуть-чуть с розовизной, укладываем и раздавливаем. У нас появляется сияющий свет сквозь облака. Кладем, кладем, зигзаг кладем, прикольный зигзаг кладем, чтобы он был поживее. Если надо, чуть-чуть пальчиком потом адаптируешь в среду. Но это после того, как появятся лучи. Лучи появятся, ты помнишь, тряпкой. Сначала чирки тряпкой, чирки тряпкой, потом наполнением веществом белого, чуть-чуть веществом, чуть-чуть, вот таким. И потом ты заслонишь вот этой дырочкой, заслонишь и тоже чуть-чуть толкнешь. И все станет на свои места. Здесь, значит, смотри. Характер укладки у тебя в большей степени вот такой, бугром. А море – это лодочка, лодочка, только лодочка. Но основная укладка у тебя бугром, поэтому сказать, что это лодочка, никаких шансов. Так, белинца. Возьмите. Обязательно подрежем вот этим светиком. Вот этим светиком. Смотри, сколько у меня уже лодочек произошло, да? Да. И сразу место, сразу похоже на освещенную воду. Да. Вот как ни крути. Просто от характера укладки. Вот, смотри. Все, освещенное место. Вот они полосочки, вот они полосочки. Ага, разбегающиеся. Вот ковер пены неразрушенный. А здесь... подвергся разрушению. Вот он подвергся. За волной тоже. Надо это синенькое. Да. Вот такая гладь. Прямо лежачее-лежачее состояние. Густота краски сама моделирует за счет чирка и за счет чвяка. Сама это самое, моделирует идею множества ступеней, уходящих вдаль.
чем дальше ты видишь, она больше зеленеет, эта история. Появляется бирюзовый и даже желтенький. И даже желтенький аж вот так. И со чвяком. Чирк, чвяк. Чирк и чвяк. Вот он. Вот он. Смотри, вот эти чирки и чвяки, но чирк лодочный. Ладно? Хорошо. Смотри, вода. 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 Здесь уже светлость пены, синит. То есть пена в тени у нас синит. Поскольку здесь тень, то здесь оно разрублено синеватыми проявлениями пены. Плюс голубой с коричневым. Вот эта идея. Идея волны. Вот это. Поднимающаяся. Идея поднимающейся волны. Внутри которой тоже синеватые пеночки. Вот они, синеватые пеночки. Прикольно? Да. Слышишь, как все? На раз, два, три. Все. Так, все. Значит, синенького. Сейчас. Сейчас я дам немножко синенького. Тут его очень много, а тут как раз. Ошибок не было. Нет, так невозможно, потому что не я пишу картину, а ты. Не-не-не. Это все равно, что ты мне пришла, чтобы я тебе написал картину. Не-не-не. Этот номер не пройдет. Я поняла уже. Чуть смуглее, не так бело, да? Да. Там на периферийке. Да, да. Да. Смуглее. Совершенно. Синюшечкой чуть-чуть. Угу. Сделал легенький шажочек, чтобы у меня размах крыльев да, был. Да, да. Угу. Синенькие – это пены в тени. Беленькие – это просто засвеченные куски и воды, и пены. Голубой, коричневый, иногда с зеленцой. Это поднятие вот эти на воде. Здесь, например, смотри, вода, волна, вернее, маленькая волнишка, вот так колесиком падает. Пеночка внизу укладывается, в том числе вот так укладывается. Пенечка от этой приподнятости тоже чуть видна. И светик несколько блестит на макушках. Здесь волна имеет вот это движение. Если здесь она в эту сторону, то обрати внимание, вот в том месте она в эту сторону. Вот в эту. И мы показываем направление плоскости. Вдоль
И здесь тоже вдоль идет вот это движение. Вот это. Перекат, вот это колесико падающий. Волны. Где-то оно короче, мало видно, где-то оно подлиннее, но это перекат такой. Чуть-чуть пеночка подплясывает. Вот так раздавливание. Раздавливание. Прикольно? Интересно. Где-то она чуть темнее. И повыше немножко. Да, где-то поднимается, где-то опустилась. Появляются разные проявления одной и той же идеи. Uh-huh. Идея волны, uh-huh, но проявления разные. Uh-huh. А где-то даже пеночка аж заслонила край. Uh-huh. То есть тоже разное. Много-много разных проявлений пляски этой пены. И все это снизу подрезано. Белила, ну-ка. И все это подрезано горизонталями от этой плоскости. Горизонталями. Еще раз в начало фразы. Что когда много инструментов? Нет, когда вы работаете одним инструментом, значит, с вами что-то не так. Да. Слишком много. Вот одна кисть, ну когда не видно. Ты знаешь, в твоей задаче это не касается вообще всех задач. Это в твоей задаче все-таки мастихин настолько актуален, как так же, как там актуальна кисть. Просто у нас есть палец, да, допустим, идея пальцевого движения, идея двух мастихинов, крупный и мелкий, так, чтобы погонять сначала крупно, потом мелко какие-то изящества накидать. В этом смысле. Но это так же, как многие говорят, а поливать нужно холст сразу? Когда нужно, а когда не нужно? Мы же видим в разных задачах по-разному. Просто есть задачи, когда польешь холст, сразу становится прикольно. А в других эта же идея, ну, вообще не нужна. Я всегда его боялась. Какого? Да вот таких вот змеечек. Да, вообще боялась. Ну их надо просто потренировать. Вон, взяла и освоила. Таких змеек сегодня накидала. Такие красивые змейки, она возьмет и сотрет. На, она... От прозрачности. Бука. Змейки, она возьмет. Причем ходит упорно, ходит, оно... Все время недовольны. Вздыхает всю дорогу. Весь сеанс. Столько вздохов. Как будто мы на каторге тут. Тоже здесь вот этот перекат. Вот его прочитай. Вот на тебе, почитай этот перекат. Исходя из того, здесь он покрупнее, здесь вот чуть-чуть легче будет.
Во-во-во, давай, расследуй. Так, дай-ка. Забыла ты вот эту идею, забыла. Идею лодочного. Забыла идею лодочного. Да я одни бубны. Пыталась только синяя. Ну где же это лодочный мазок? Слез. Вот лодочный, вот он, вот он. Так. Приобщись к лодочному мазочку. Вообще стоит создать какую-нибудь кашу краски и погонять краску, чтобы чувствовать ее. Просто вот кашу краски вот накидала и погонять. И так, и сяк, и так, и сяк, и так, и сяк. Смотришь видео и смотришь. Ну вот это движение попробую. И вот так. Подготовить руку, чтобы когда ей уже надо исполнять, а она готова. Смотри, какие выкрутасы на пустом месте. А они так, ничего так себе. Причем я оставляю произвол, я не пытаюсь все доподлинно. Нет, потому что это бессмысленно, это ж море. Конечно. Поэтому только близко к тексту. И жду, когда из-под моего мастихина выйдет красивый произвол. То есть гоняю краску и жду, когда выйдет красивый произвол. Так, вот здесь непонятное чудное творится. Чего оно, как доски заскладированные? Такие лодочки. Ясно. Так, темного, естественно, никто не приметил. То есть под этим валиком щель, которая темна.
Причем не бесконечная линия, ты видишь, с некоторыми, с некоторыми, да. Теперь я на море по-другому. Мерцалочками. Ой, море теперь будет настолько интересно рассматривать, как там бесконечно плетется картина. Здорово было смотреть, когда вы ночное море. Я чуть не утонула в Болгарии первый год. Вот, когда волна шла, я смотрю, все стоят, даже мужики, никто не заплывает. Я пришла, а такая смелая сидячка. И пошла. Мне исход червей из моря. И знаете, как меня потянуло туда? Да? Прямо с трудом вернулась? Да, с трудом вернули. Посмотрите, зигзаги, да, с какой аритмией укладка. Пауза, рывок, пауза, рывок. Пауза, рывок. Посмотри, какая-то волночка тоже захотела. Потом ее надо будет тоже... Ты что? А, эту можно тоже, да. Ага. Когда высохнет. Да-да-да, можно, шлепой. Правильно подслушала, правильно. Так, сейчас, сейчас. Я много вас подслушала. Ну вот стоит дома, особенно даже перед занятием, конечно, взять и покрутиться у холста с мастихиной. Да, когда я приеду туда домой, попробую. Там у меня тренировки. А, хотите поинтереснее сделать, да? Угу. Это здорово. Цвет. Цвет, да. Вдруг раз, да, и загнал цвет. Там он есть призрачно, я его преувеличил. И посмотри. Игорь, а здесь ничего не надо? Надо. Не, преувеличить, может быть, ну, можно с розовым пройтись. Только пройдись. Смотри. С розовым пройтись, вот с такими зигзагами, вот с такими зигзагами, вытираешь, вдавливаешь, пальцем помогаешь чуть-чуть. Так, бельцем. Сейчас нет, эти же лесковатые. Сейчас. Ой, как. Я не знаю, как раньше, но мне нравится. Всего хвали. Опять не нравится. А что я буду нравиться? Я вот вижу то, что мне нравится, а сделать не могу. Хорошо получилось. Вот уже двое сказали, уже трое, Игорь сказал еще. А вот они, наверное, образ в голове такой, да? Ну да, я вот хочу то, что хочу, а руки еще не слушаются. Когда-нибудь они же начнут слушаться. Чуть-чуть вот эти дырочки. Вообще такой вопрос, когда начинаешь писать вот любую картину, не было вот попытки, например, этим фоном, ну, первым изначально, и можно оставить немножко, потом его написать, да? Можно по сухому, можно по сухому, можно, да. Потому что я так пыталась его картину
цвета, и вот я ее писала маковой кожей. Посмотри, какая немочка становится. По-вашему, да? И как я написала потом уже в конце, облака получились. Конечно, не такие, как у вас остались. Можно по сухому, можно, да? И кистью я писала, не стремнее стихи. Потом к вам пришла. Кисть очень сильно показывает нашу новоначальность. Ой, сколько всего. Ага. Ща. Мне вот это нравится. Волна по сухому делается. Какая волна? У меня? А зачем ее делать? Она красавица. Да, конечно. Да, чтобы ты понимала. Это красиво. Конечно.